Жара ненадолго отступает, впереди нас ждут довольно прохладные выходные. Впрочем, за рамки средних летних показателей температура не выйдет. Подробнее о погоде расскажет Катерина Воронченко. Ну что ж, вот мы и дождались. Волна холодного фронта принесла в Приднестровье понижение дневной температуры и ощутимую свежесть в ночное время. Основные силы циклона расположились над севером Европы. Это значит, нас задело по касательной. Закинуть нам холодный фронт он смог, но уже дать осадки просто не получилось, так как он был не настолько сильный и влаги было мало. Сейчас пока временное затишье у нас, то есть в эту ночь температура воздуха у нас понижалась до 10 градусов по северным районам. Фронт уходит, а август остается. Это значит, тепло вернется к нам и довольно скоро. Причем достигнет оно июльских показателей. У нас днем воздух будет прогреваться до 30 градусов выше нуля. Начиная со следующей недели, опять мы переходим к тому, что будет у нас температура воздуха расти. Это связано с тем, что тот циклон самый, который над европейской территорией России окончательно заполнится, он прекратит нам поставлять относительно прохладную воздушную массу. За нас опять возьмется Азорский антициклон. Этот циклон принесет нам жару. Уже с понедельника стоит ждать до 36 градусов выше нуля. Ну а что касается дня завтрашнего, то воздух прогреется до 27 градусов. Переменная облачность и никаких осадков у нас не предвидится. А вот в ночные часы 11-13. Катерина Воронченко, Дмитрий Дядькович, Андрей Овчинников, ТСВ.